Здравствуйте! В предыдущем очерке «Буковель. Выбор отеля» мы рассказали вам об отелях Буковеля History, Bella Vista и Ra. Этот отчет вы можете посмотреть на моем канале по ссылке в конце фильма. В этом выпуске хотим поделиться с вами впечатлениями об отдыхе в отельном комплексе «Буковель» в марте 2016 года. Так всегда получается, что приезжаем мы в «Буковель» рано утром, а заселение во всех отелях, как правило, в 12-14 часов. Обычно в такой ситуации предоставляют комнату для переодевания и хранения вещей, и мы спокойно отправляемся на катание, не теряя драгоценного времени. В отеле «Буковель» с этим проблема. Домики отеля разбросаны по большой территории. Рецепция расположена в отдельно стоящем здании. Камера хранения есть, и закрыв глаза, конечно, можно переодеться прямо в зале ожидания, растормошив все вещи и снаряжение, а потом возвращаться и перебираться со всем этим скарбом в свою резиденцию. Как-то несподручно, поэтому в данной ситуации мы просто потеряли полдня в ожидании заселения. Дальше все без проблем. Как только освободился наш номер, нас на автобусе отвезли прямо к нашему коттеджу. Гостиничный комплекс «Буковель» находится в центре Буковеля и состоит из множества двухэтажных деревянных коттеджей. Территория туристического комплекса условно разделена на два жилых коттеджных городка. Первый коттеджный городок – это основная центральная часть или нижняя резиденция. Второй – верхняя часть жилого комплекса между первым и вторым подъемниками. Наш коттедж, как оказалось, находится в нижней резиденции, что, впрочем, не так уж и плохо. Наш номер – трехместный полулюкс, достаточно прост, но со всеми необходимыми удобствами, теплый и уютный. Научились быты, кока-колу и джин. И стоит супермаркет там, где был магазин. Є у нас свои шопы, и у шопок все є. Нас чекає Европа, товариство моє. Ресторан «Казачок», в котором у нас заказан завтрак, как раз напротив нашего домика. Очень удобно. Зал красиво оформлен. Меню «Шведский стол». Такого обильного, разнообразного и вкусного завтрака мы не видели ни в одном отеле. 12 баллов по 10-бальной шкале. А еще вона пахне украинским борщем. И від слів тої пісні все навкруг ожива. Рядом с нашим коттеджем спа-центр. Ты прекрасные слова. Welcome to the hotel California. Чем ты не пришел? Чем ты не пришел? Частная баня с открытым бассейном с другой стороны отеля. Ну, очень дорогая. Не пришел, бубу, то дине формия. И коня не мав, и стежки не знав. До второго подъемника не более 100 метров. Песня та прилетела из далеких земель. Любить вся Украина песню ту про готель. И мы теж понимаем современный музон. Новобраття всі разом. Everybody, come on! Соло! Hey! Hey, hey! На территории комплекса находятся ресторан, колыба, пиццерия, фастфуды. Есть бесплатная охраняемая автостоянка. На верхней резиденции большой спа-центр, куда мы так и не попали, хотя в стоимость проживания был включен один бесплатный час релакса. Но все вечерние часы, как правило, заняты. А теперь все разом!
Отдых в отеле «Буковель» нам понравился. Вариантов проживания в нем предостаточно, от условно бюджетных до невероятно дорогих. Каждый подберет для себя приемлемый вариант. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, если видео вам понравилось.